Здравствуйте. Обезьяны на Шри-Ланке – это отдельная тема. Тем, кто путешествует по этой стране, первым делом хочется увидеть слонов и обезьян. Почти все гиды будут вас предупреждать, что будьте бдительны в отношении обезьян и лучше их не кормите. Часто бывают случаи, когда обезьяны вырывают из рук еду, вещи, даже фотоаппарат. Но как же их не покормить? Это такие забавные животные. У себя дома мы их видим только на расстоянии в зоопарках, а здесь можно их увидеть в метре от себя. Обезьян на Шри-Ланке можно встретить по всему острову. Особенно их много в центральных провинциях. Они абсолютно свободны. Обезьяны полны любопытства, озорства, интеллекта. Они живут в группах, всегда имея лидера. На Шри-Ланке обитает по меньшей мере 5 видов обезьян. Среди них нет больших обезьян, таких как горилл и орангутанга. Большинство обезьян не агрессивны, но встречаются и такие породы, которые могут напасть на людей, если их разозлить. К примеру, красный лангур с коричневой шерстью и розовым лицом. К счастью, мы встречали только спокойных и ласковых обезьян. Есть меры предосторожности, которые нужно соблюдать, находясь рядом с обезьянами. Дразнить их нельзя, поэтому если вы показали им банан, то нужно обязательно им его дать. Если к вам подошел вожак, то ему нужно дать в первую очередь, а потом другим. Вожака определить легко, это самая большая по размерам особь и более нахальная. Ну и всегда будьте бдительны, следите за своими вещами. И не пытайтесь обезьян погладить, а уж тем более взять на руки. Обезьяны непредсказуемы и могут укусить. Эти обезьяны живут возле храма Дамбулы, поэтому они в большинстве своем привыкли к людям и не испытывают никаких неудобств при виде человека. Мало того, они уже разучились добывать себе еду в диких условиях и живут за счет туристов и мусора. Поэтому, если вы будете в этом районе, берите побольше фруктов, нарежьте их дольками и кормите этих красавцев. Спасибо вам за просмотр этого видео. Не забывайте подписываться на наш канал и до встречи в новых видео. Там еще есть?